И всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун здесь, и мы продолжаем приходить в FNAF World. Ну что, пойдем в подземелье? Напомню, что мы здесь почти все уже прибежали. Осталось вот пойти по левой стороне. Сюда? Нет, вру. Тупик. Ну, бывает. Ой, и тут тупик. Значит, сюда. Теперь сюда. Смотрите, наша задача, вот мы здесь. Обойти вот так по низу, обойти здесь. Заглянуть сюда. Потом пойти вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Сюда заглянуть, потом сюда. А вот это, видимо, выход, нет. Или да, или нет. Еще вот здесь что-то есть. Ну, в общем, много чего здесь есть, поэтому давайте поизучаем. Более подробно. Иди за курсорчиком. Иди за курсорчиком, да? Иди за ним. Тупик. Пам-пам. Что это такое? Вау, а там был тупик? Что-то я не заметил. Ну-ка, дайте-ка посмотреть более подробно. Это ком этом потоп или куда? Что, а почему он не проходит? А, вот так. Видали? То есть там проход есть, но освещение туда не проходит. Не знаю, зачем я нажимаю Mysterious Box. Что это мне дает? О, призрак? Что? Призрак Фредди? Да ладно. Я явно испугал этого голема. 50 жетонов. Ну вот, 50. А с другого дали мне меньше. Так. О, неужели? Я куда-то прошел. Так, тут, ну тут тупик. Тут ловить нечего. В этой мангл мы были. Горячий сырок. Бит. Левелап дайте. Спасибо. Я доволен. А вы? Так, минутку. Можно пойти прямо, да? Так, и все же, что у нас здесь? Ух ты! Новый чип. Выносливость. Так. Значит. Так. Так. По-моему, это не очень хорошее. Давайте вот эти вот нижние поставим. Они, видимо, топовые. Более топовые, чем верхние. Поэтому мы их и выберем. Так, хорошо. Чип мы взяли. Теперь давайте дальше лутовать пещеру. Так, тут есть... Подожди, проход прямо и наверх. Ну, прямо там тупик, по идее, да? Но мы всякие... На всякие пройдемся. Нет, ничего нет. А значит, пойдем наверх. Ну-ка, 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 что у нас здесь? Там был сундук, я заметил. Ух ты. 4 золотых голема. Сейчас будем карать. Так, дождевый денек вам. Вам в хату дождичек. Дождик в хату, друзья. Ой. Что-то меня чуть не убили там. Ну, 100 жетонов неплохо. Хотя, за одного, помню, давали 50. Я рассчитывал хотя бы на 200. Ух ты, басяра. Но мы его просто как ребенка сейчас порвем. Как нефиг делать. Так, хорошо, что у нас здесь? Новый чип? Defense. Ну, подожди. Так. Может, нет, ну гифты они мне нужны, по идее. Может, скорость?
Давайте скорость уберем. По скорости вроде бы я не особо так проблем чувствую, хотя... Пусть будет так. Хорошо. Или ничего хорошего, подожди. Здесь мы все полутовали. Значит, тогда как мне попасть наверх? Там, где шатры? И где еще не был? Выходит, я везде уже был? В этом подземелье, получается, все обошел. Правильно? Окей. Там сундук я взял, там мангл. Так. Да бог его знает, куда топать. На выход только. Да? Ладно. Вот он мне что-то про часики же говорил, помните? Часики. И что толку от них? Мне вообще бы ключ найти. Ключ у меня очень сильно нужен. Ну-ка, пойдемте-ка поплаваем, проверим. Может, там что-то приоткрылось, было бы неплохо. Эй! Братиш! Дай пройти, мне нужен ключ. Совершенно не хочет меня пропускать. Да? Значит, что-то где-то я пропустил. Да? А пойдемте в телепорт. Пойдемте в шатер, сгоняем. Поглядим. Может, там что-то поменялось? Я опять не знаю, куда мне топать. Ни пещера, ни то дерево мигающее, да? В той области наверху, оно мне ничего не дало. Бульк? 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 Вон там какая-то кнопка, мне нужно на нее нажать. Все, всех раздавил. Ибо нефиг. И вообще, за прошлую серию и вот за эту серию еще ни одного мне не дали, блин. Нового аниматроника. Нет. Что? Тортик? Это вообще что? Это ладно. На меня напал тортик? Вы серьезно? Как тортик может на меня напасть? И он был такой толстый. Хрен его порвешь. Шкура, наверное, как у слона. Или даже динозавра. Вот это тортик. Так. Я уже купил все, что мне нужно. Значит, друзья, я опять застрял. Мне придется опять просить вашей помощи. Что, я уже здесь был, не надо. Может, все-таки то мигающее дерево, давайте там более внимательно пробежимся. Really? Really? Really, bro? Нахера вот эта вот замочная скважина здесь? Она же ничего не охраняет. Там вообще ничего нет. Здесь, видимо, не пройти, да? Просто как детей. Но здесь, видимо, очень слабенькие противники обитают. Изначальные локи, да? Так, тут тоже ничего не пройти. Это все очень плохо. Это прям крайне плохо. Ну ладно, пойдем еще разочек в это дерево прогуляемся. Что мы могли пропустить здесь? Ну, здесь я не пройду.
Так. Вниз, да, здесь мы тоже были, и там реально ничего не было. Мы выйдем только на озеро. Тогда пойдем направо. Ну, сюда я заходил. Тоже на озеро выйду. Боже. А-а-а! Мигающая елка, я чуть... Охренеть! Друзья. Нашел мигающую елку. Надо быть очень внимательным к таким вещам. Так, тут ничего не мигает? Я так и знал, что в этом... В этом подземелье что-то должно быть. Так, тут ничего не мигает? Ёлы-палы. Так, ну тут прохода нет. Мигающие елки. Коварные мигающие елки. Так, тут ничего не мигает? Ну, вроде ничего, это единственный проход. Надеюсь, я выйду там, где мне нужно. Где-то в новой области. Да, детка. Мы открыли новую область, пятую. Пара-пара-па-пам. Да, это очень ужасное, страшное место. Я думаю, что лучше остаться здесь, да, и не ходить дальше. Ты издеваешься? Мы столько сделали тернистых путей, прошли, столько преград. Ради чего, чтобы остановиться здесь? Да нет. Так. Это чертово место полно иллюзий. Здесь очень много иллюзий, видимо, да? Нужно проверять могилы, деревья. Одна вещь здесь реальна. Что-то, в общем, здесь реально. Теперь мне нужно найти другие часики. Но это не так просто, да? Понятно. Еще один часики найти. Эх, где бы их тут найти? Первые были в подземелье, я их нашел. Но я так и не понял, куда мне их пихать и вообще зачем я их нашел. Так. Интересно, какие здесь монстры. А вы страшные? Да вроде бы они смертные, обычные монстрики. Вот это луч. Ну-ка. Ну, опыта за них дают неплохо, да. Соглашусь, опыт нормальный. Новая область. Я до сих пор не могу нарадоваться этому. Так, эти горящие кубки огня мне потушить, видимо, нельзя. Да? Ну-ка, ты что продаешь? Пара-пара-па-пам. Так, бомбы. Один раз забатл, да? И наносит повреждения. Нехилые такие. Я предлагаю нам подкопить и купить вот эту бомбу. А видали, последняя бомба 5000 стоит этих монет? Вы охренели, откуда я столько монет-то возьму? Это вообще что? Это черника какая-то? Это ягода, да? Ягода, ты оборзел, наверное? На меня напала ягода. Вы можете себе такое представить? Всю мою радость от того, что на меня ягода напала. А что? Это пещера? Пещера, точно. Эй, подожди, бро, я хочу пройти. Вон, сундук-то взять хочу. Подожди. Там же как-то можно по-любому обойти? Ух ты, стальные эндоскелеты. Надеюсь, вы не лютый. Получайте моих ударов. Моего рипера. Они охренели от ударов моего рипера. Да я сам охренел. Так, подожди, нужно пойти обратно. Пройти вот так. Теперь сюда вот и сундучок. О, новый чип. Блок. Там был jumpscare, то есть скример. Что это имеется в виду? Вот. Делает меня иммунитет... В общем, дает иммунитет к скримерам, то есть к оглушению.
Ну, пока вроде бы не испытывал никаких проблем, да? С оглушением. Посмотрим. Потом, возможно, будет какой-нибудь босс, да, который меня будет вечно оглушать. Так. Тут главное, чтобы не пропустить мигающие деревья всякие. Ну, потому что все в тумане же. Паршиво видно. Есть затемнение. И в этом во всем реально очень трудно разглядеть мигающие деревья, которые, по сути, являются секретными проходами в подземелье, да? Да, ни одного левелапа. Ну, могли бы и дать хотя бы один. Так, ничего мигающего. Ничего мигающего. Ну что, пойдем, наверное... В подземелье. Да уж. Да, вот оно. Уникальное подземелье. Так. Оу, сундучок. Ну-ка, подожди, а что наверху? Тут еще проходы. Очень много проходов. Эй! Деревянные мыши! Деревянные мыши-переростки, что вы вообще здесь забыли? Давайте на поверхность дуйте. Совсем борзели. Совсем страх потеряли. Что-то они какие-то прям крепкие. 270. Солидно, солидно. Мне даже одного аниматроника убили, вон. Одного подарка нет. Так, тут камень, мешающий пройти. Плохо. Печально. Тут замочные скважины. Тут рип. Ой. Одни лишь преграды. Совершенно не дают мне нормально поиграть. Ну, подыхай. Вообще живучий. Крайне живучий попался. Так, значит, наверху мы все посмотрели, да? Значит, пойдем сюда. Ух ты, что это? Капкан? Серьезно, капкан? На меня напал капкан? Вот тебе сырой капкан, получай. А еще луч из глаз. Все. Командовался капкан. И бы нефиг на меня нападать. Так, кубок. Крадемся. Крадемся, крадемся. А давайте сюда. Тут опять рип. Видимо, путешественник был до меня, и здесь тоже был до меня, но погиб, и ему поставили памятник. Вот тоже. Оу! Так это проход секретный. Твою мать. Нафига я пришел, я еще не все полутовал. Так, значит, одна могила — это секретный проход. Будем знать. Только вот куда он меня приведет? Мигающих елок здесь нет? Случайно. А то я, блин, знаю. Давайте наверх. Да, вон мигающая елка, вижу. Или подожди. Что-то я вообще не понял, откуда я пришел. Я заблудился, друзья. Вот отсюда я пришел. Да, я пришел отсюда. Здесь, получается, два прохода. Было, вот помните, да, наверх и вниз. Но по сути они ведут по кругу. Да, это по кругу. Тут только елка, вот она. Эта елочка, то, что мне нужно. Я попал опять в подземелье. Ну-ка, правой стороны. Вон вижу мигающую елку. Да вы издеваетесь, хватит прятать столько проходов. Вечно все прячут. Но я не могу пройти в этот проход почему-то.
Не хотят меня пускать? Ладно, допустим, пойти налево. Тут ничего не мигает? Вот проход вижу. Ёлы-палы. Очень легко заплутать. Прям крайне легко. Так. Куда топать дальше? А, вон вижу мигающая елка. А-а-а-а. И опять сюда вернулся, да? А это что? То есть это еще один уровень? Непонятно чего. Какие-то черные мониторы стоят по краям. И как я сюда вообще угораздило мне попасть? Так. И где здесь выход? Кто-нибудь знает? Походу, дело заблудился. Все как будто, знаете, как будто я бегаю внутри цилиндра. Окей, куда там мы вышли? Твою мать. Дайте мне же нормальный выход. Это нормальный выход? Надеюсь, что это нормальный выход. Да. Я разблокировал новую область. Цирк. Видимо, да? Ну подожди. Я еще не всю пещеру посмотрел. Вы... задолбали меня всячески швырять. Куда ни попадя. Но теперь я хотя бы знаю, куда мне топать. Это самое главное. И самое приятное. О, сундук. Мой. Никому не отдам. Так, значит, мы пошли сюда. Потом пошли сюда. Вот была первая могилка. И вот вторая мигающая могилка. Это портал. А допустим, дальше поизучаем. Это подземелье. Вот тебе удар зубами. Удар зубами. Мои зубы изголодались, потому чтобы кого-то укусить. Та-дам, та-да-та-та-там. Почему у меня не появляются новые аниматроники? Вот что меня волнует. О! Да ладно, неужели? Неужели? Так, ND02. Вот, как говорится, да только вспомнил, и тут же появился наш новый друг. Будущий новый друг. Toxic Bite. Получай. Гламурная песня. Пицца. Пицца Болл. Фух. Надо его взять себе. Так, кого бы убрать? Так, песня скорости есть. Эндо-армия. Неоновая стена. Так, значит, что я предлагаю нам убрать... Допустим, фантомного Фредди. Поставить Эндо-02. Посмотрим, как это будет работать. Давненько не было у нас новых аниматроников, да. Это первый за две серии появившийся новый аниматроник. Так, рип. Факела, факела, факеловичи. Оу, а ты что продаешь? Босс Дрейн? Так. В общем, он работает только на боссах, да? Я не знаю, что он дает. Глаз, да?
Что-то, в общем, что-то на боссах эта фигня работает. Не знаю, стоит ли покупать. Давайте подкупим 400 монет и купим нормальный за 1500. Ну просто, что покупать мелочь, когда можно купить получше? Просто нужно подождать, рип тоже. Так, пока сбегаем. Мы еще здесь не были. Так, тут тупик. О, там Бастера! Супер-мега-мат-энде. Супер-мега-мэт-энде. Это наш сегодняшний противник. А давайте спробуем нового аниматроника. Вперед, Энда! Что у тебя есть? Где там Энда-армия? Вот, Энда-армия, ну-ка. А, маленькие эндоскелетики, в бой! Вон они, да, втроем встали здесь. Тысяча очей. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Так, что мне даете? Новый чип. Характер? Что это был, подожди, за новый чип? Надо поглядеть. И все, здесь больше уже нечего ловить в этом подземелье, я все здесь обошел. Да, поэтому можно смело ТП-шнуться вот сюда. И, значит, что за новый... А-а-а! Чип, который позволяет иметь большую удачу на нахождение новых аниматроников, правильно? То есть они будут появляться чаще, по идее. Пусть будет так. Фух, друзья, ну, в общем-то, давайте на этой нотке мы с вами сегодняшнюю серию и закончим. Наконец-то я заканчиваю серию, и нигде я, друзья, нигде не застрял. Я знаю, куда топать. Поэтому всем большое спасибо, ставьте пальчики вверх, поддержите мое прохождение и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. Всем здоровья, позитива. Всем пока-пока.